Ребята, совсем запамятовал, пришел, короче, с работы, телефон сел у меня, пока на зарядку поставил, вот немного поварился, короче, свою печку. Сейчас я, короче, разберу ее, размотаю, посмотрю, что хоть там вообще лежит, что это такое, твердое такое. Только целлофан начинает. Какая-то флешка. Смотрите. Ребята, еще флешки. Смотрите, это флешки, короче. С какими-то надписями. Ком. Деп. Ок. Вообще не знаю, что это такое. Зампрокурор обл. Охренеть. Зампр. Ребята, мне аж стрёмно, короче. Я вообще не знаю, что это за хрень. Мне реально, короче, что тут может быть на них. Я, короче, сейчас к ноутбуку пойду и посмотрю, что на них есть. Короче, мне аж страшно становится. Что-то, короче... Ребята, я думаю, короче, либо просто так не прятали. Поэтому мне как-то страшно. Делайте, короче, максимально репост. Подписывайтесь на канал. Я думаю, вместе мы разведаем, что здесь за тайна такая. Ребята, в общем, рано вы меня хороните. Сегодня просто задержался. Приехал с работы поздно. Вот сейчас пока домой приехал, переоделся. Сейчас будем пробовать, смотрите. Так, ну, допустим, берем какую первую флешку, да. Вставляю ее. Есть у нас какие-то файлы. Блин, сейчас. Так, флешка. Первая. Messenger files. Размер. Открываем. Какие-то, короче, непонятные файлы. Здесь мне вообще ничего на это не дает. Так, дальше. Обращение и заявление. Здесь какие-то тоже непонятные мне файлы. Здесь передача денежных средств. Так, вот у нас какой-то видеофайл есть. 22.09.20. Ну-ка. Да ну нахрен, ребята, короче, это реально, короче, какой-то компромат. Не могу сейчас показывать, потому что мне очень стрёмно стало. Так, еще какой-то папка есть. Платеж, перевод из чита. Тоже, короче, не знаю, что это за... Ладно, сейчас закрою эту флешку. Так, у нас есть еще вот такая флешка. Так, флешка. СКТК ООО. Ни хрена не понял. Они ничего нету. Блин. Сейчас не понял я. Открываем мой компьютер. Вот она флешка. Свободно. 52 из 57. Ну-ка. Ничего на ней нету. А как же тогда? Свободная память есть. Файловая система. То есть видим, что чем-то занято, а ничего нет. Скорее всего, здесь что-то скрытое. Это надо кому-то отдать, кто понимает. Так, ладно, сейчас у нас время закончится просто. Так, флешка это. Вот еще одна флешка. Не понял. Моргает она голубеньким, но не отображает. Сейчас еще раз. Ставлю. Вот еще раз вставил. А здесь она у меня не отображается.